Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую. В этом ролике мы будем забирать деньги игроков с помощью команды. Я записывал подобное видео, где я писал от лица игроков, тоже используя команду. Я давно хотел записать этот ролик, то обнова вышла, то еще что-то. Сегодня я решил наконец-то записать это видео. Будем забирать деньги у игроков, потом им отдавать в два раза больше. Посмотрим на их реакции там и так далее. От вас я, конечно же, хочу видеть активность. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте на этом ролике наберем 150 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну и конечно, не забывайте о том, то что я играю на проекте Amazing RP. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но для тех ребят, которые хотят в начале игры немножко заработать, я вам советую вводить мой промокод Полканов. За него вы получите 300 тысяч рублей, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, наслаждайтесь данным роликом. Я постараюсь сделать его интересный. Смотрите его от начала и до конца. Я думаю, какие-то интересные реакции получится увидеть, как бы услышать там и так далее. Поэтому видос будет прикольненький. Все, всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, я как бы готов, но для того, чтобы нам начать, нам нужно переодеться, чтобы меня как бы меньше узнавали. Ну что ж, давайте я сейчас сниму все свои аксессуары, сниму все, что у меня как бы есть. Все, то есть у нас просто обычный скин рыжика, мы себя по факту ничего не представляем. И давайте мы еще оденем маску. Я думаю, то, что самое лучшее место, куда мы можем поехать, это Анашан. Так, давайте, короче, к вот этому парнишке подойдем, скажем, привет, ебать, дай денег, пожалуйста, братишка, вы не можете использовать эту команду так часто. Что-то я немножко не понял данную систему. А чё за прикол? Блять, как там деньги вообще передавать? Что-то я забыл, пацаны. Я такой долбоёб, подожди. ВСШП, найти игрока? А, блять, ёб твою мать, нахуй. Все, я понял, я понял. Сейчас, пацаны, все будет, по идее. Ебать, подготовился к видосу. Я хуею просто. Используем команду. Ой, бать, спасибо. То есть я с помощью команды нажал, чтобы как бы он мне деньги дал. Не, он как-то вообще внимания не обратил. Давайте тогда ему деньги вернем. Так, давайте, может, сейчас вернемся. Там на кольце люди стояли. Сейчас к ним подъедем. Бля, я думал на самом деле то, что. Блять, я думал то, что это будет полегче. То есть люди либо в чат не смотрят, либо хрен его знают. Им же пишется то, что им они деньги как бы отдают мне. Но никакой реакции не последовало, просто, я так понимаю, даже не заметил. Просто я прошу деньги, чтобы, знаете, какой-то был смысл, потому что если я просто буду забирать, как бы, то, извиня, у меня самого мало. Так, давайте нажимаем 198. О, спасибо, давайте напишем. Я хочу реакции, пацаны, дайте мне реакции, понимаете? Как он не реагирует? Я у него деньги забрал, понимаете? То есть не он мне их дал, я у него их забрал. Так, 325, сейчас попробуем передать деньги. Кого? Ты что сделал? Вот это админ! Вот это кончено! А как ты деньги? А как? Ты админ! Вот это админ! Как ты мне деньги забрал? Так ты мне сам их дал. Так, сейчас попробуем еще у него деньги забрать. Что? Цей, я в репорт пишу админ звать. Он репорт пишет, короче. Так, сейчас, сейчас подождем. Блять, команда не сработала, понимаете? Команда не сработала. Которую ты берешь? Вот это я в ютубе видел. Просто подходит нахрен. Команду ловят, там деньги пишут и забирают просто. Вот все кончено. В натуре такая тема есть? Да, ну ты что, не знал? Не, не знал. Ладно, давайте выдадим деньги, короче. Не, ну вот его реакция прямо все пиздатая. Ебать, он там кнопку нажимает, я ему нах. Все, накинули, короче, ему бабок. Так, Юре тоже надо накинуть, я думаю. Сейчас по Юре накинем, потому что я ему деньги брал. Спасибо тебе большое. Спасибо за реакцию. Это, наверное, была самая лучшая реакция. И как бы лучше просто не будет. Это была самая прикольная реакция, потому что у него есть голосовой чат. Для меня это прям вообще... Мне очень понравилось. То есть пацан такой веселый, эмоциональный. Поэтому мне реально понравилось. Ну что ж, ребята, я решил приехать на рыбалочку, потому что здесь игроки сидят, как бы рыбачат. То есть, ну, знаешь, бабосики водятся. Поэтому сейчас мы подъедем и попробуем у них как бы попросить денег. Тем более, эти ребятки нас работы такие нормальные. Добрый вечер, я диспетчер, как говорится. У него еще дигл есть, поэтому есть вероятность, что меня пацаны пристрелят. Какой иди. Блять, ну так неинтересно. Бля, можно как бы... Можно я нажму команду, пожалуйста? Так, напишем спасибо.
Да на здоровье. Да ну блин, ну чё люди не реагируют? Бля, ну надо искать людей, наверное, с голосовым чатом, потому что, ну блядь, никак не реагируют вообще, типа. Ладно, давайте мы дадим деньги, как бы, на мечту. Все-таки у нас видос сегодня позитивный, добрый, поэтому давайте мы накинем бабок. Опа, ебать, все. Давайте напишем спасибо. Спасибо. Так, я у него забрал 50 тысяч. Вообще заебись. Да не за что. А можно еще? Да, бери. Блять, ну походу он выкупает. Ну, блять, ну так неинтересно. Ну ты, сука, скотина, блять. Я знаю. Так нечестно. Да, я когда спалился. Да шо, если ты, блин, не подыграл мне нормально, как надо, блин. Сука. Сразу спалил. Да я так и понял, блядь, потому что тебе вообще похуй было. Да, я вообще выиграю. Ну, у тебя хотя бы випка есть. Я просто не думал, у тебя випка есть или нет. Да есть. Ну, видишь, теперь знаю точно. Ладно, давай удачи, пошел я дальше бродить. Давай, хочешь, могу довести куда угодно? Да не, у меня вон лесопед. Короче, ребятки, я решил побежать в больницу. Я думаю, там много людей, может быть, есть врачи. И с ними мы уже попробуем как бы поиграться, позабирать у них деньги, посмотреть там на их реакцию. Во-во-во, смотри, побежали вы. Молодые просто. Так, давайте заходим. Я думаю, здесь может там медсестра есть, либо еще кто-то. Вон, медсестра есть. Ну, сейчас мы проверим, есть у тебя деньги или нет, братишка. Так, он мне дал 10 тысяч, короче. Так, сейчас посмотрю, что он мне напишет. Да еще. Бля, а что такие люди скучные? Почему они никак не реагируют? Откатил. Кого он там откатил? Говорит, откатил. Так, сейчас, значит, попробуем у него еще деньги забрать. Посмотрим на его дальнейшую реакцию, как бы. Так, он от меня убегает. Так, сейчас попробуем. Так, еще раз пишем. Спасибо. Ромеро. Блять, все на меня жалоб после этого ролика будет. Но все согласовано, пацаны, поэтому можете как бы не переживать. Мы ему обязательно денег накинем. То есть реакция от него никакой не следует. Ладно, давайте тогда дадим ему деньги, потому что, ну, пацанчик просто работает. Не хочет брать деньги, короче, я не знаю. О-о-о-о-о-о-о-о. Добрый день. Да, это у нас получается лидер. Это зам начальника, пацаны. Попробуем или нет, пацаны? Вроде бы я ему особо не мешаю, то есть... Привет, дай денег. Не согласен. Так, хорошо, если ты не согласен, то я сам это сделаю. Не, он не хочет. Убийство без причины. МГ, использование инфы из реального мира. Так, ладно. БХ, банихоп, бег с постоянными прыжками. Извините, доктор, можете мне вылечить почки? Бля, я хочу деньги забрать. У кого-то они не реагируют. Меня тоже вылечить. Мне почки отстреляли. Вылечи меня. Бля, ну тут, конечно, весело, но не у кого бабки забрать. Ёб твою дивизию. Никто не реагирует. О-о-о. Так, молодой. Можно мне деньги у него забрать? Я не могу деньги у него забрать. Меня это бесит. Меня это просто бесит. Все, я пошел, пацаны. Я не могу просто. Я не могу забрать деньги. Я нажимаю, оно не срабатывает. Просто реально после таких видосов записывать очень сложно. Как бы там материал выходит на час, на два. Из этого материала нужно вам показать самое интересное, самое веселое. Поэтому реально подсоединитесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я вам буду реально очень сильно благодарен. Вот это, ребятки, уже интересно. 193. Механик вообще похуй. Я тебе нос сейчас сломаю, 193, почини. Ой, бля. Я тебе сейчас нос сломаю, говорит, ебать. Почини. Какой ты КПК делал, я сейчас тут работаю. Блядь. Вообще, что я, какой видос снимаю, блядь? Про деньги или, блядь, про разбор какие-то, я не знаю. А я угонист, нахуй давай. Какая-то перестрелка, ебать. Ну все, тут, ебать, работает ОМОН, как говорится. Тут уже все, пизда. Наигрались, пацаны, ебать. Отпиздили ногами, руками, ебать, вообще пизда. Че? Эти дауны добили друг друга и ливнули. Ооо, та ты шо. Вот это у нас ФСБ, ебать. ФСБ, ебать, да? Нормально работает, ебать. Чисто катаются, ебать, туда-сюда, ебать. Жила-была. Вот это разборки вообще питерские. И по встретечке, ебать, улетели просто. Вот это балдеж, я понимаю. Ну что ж, ребятки, вот такой вот получился ролик. Не знаю, понравится вам или нет.
честно, для меня это было очень сложно, то есть я снимал, очень много было материала, но интересных моментов было мало. Я вам показал самое интересное, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить по промокод, потому что за него получите 300 тысяч рублей. Это отличные деньги, чтобы начать играть, купить себе первую машину, либо квартиру. Скоро выйдет обновление, видосики будут выходить, я думаю, практически каждый день, буду стримить там и так далее, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.